Международный новостной канал BBC News выпустил сюжет о Приднестровье, точнее о замороженном конфликте Молдовы и Транснистрии. Так называют нашу страну на видео. С точки зрения истории, Транснистрия – синоним Холокоста. Вот что, по версии журналистов, стало поводом для конфликта. Когда Советский Союз трещал по швам, маленькая восточноевропейская нация объявила о своей независимости. Вскоре русскоговорящий регион, Транснистрия, решил отделиться от остальной страны. Сепаратисты заявили: «Мы боимся, что Молдова воссоединится с Румынией». Рассказ о войне 92-го звучит своеобразно. При помощи русских военных и казаков вооруженные силы захватывали общественные здания. Они сражались с молдаванами в нескольких сражениях. Сотни погибли. Чуть позже на экране появляется сценаристка молдавского фильма «Карбон». Картина рассказывает о 92-м в юмористическом ключе. В основе рассказа комбатанта, отца режиссера. В интервью BBC сценаристка говорит, что кинолента актуальна и сейчас. О проблемах, которые создает Молдова, вроде экономической блокады, ни слова. Да и самого Приднестровья в кадре немного. За исключением КПП на Варнице и самого села, чаще мелькают молдавские приграничные населенные пункты. Тем не менее, журналист BBC взял интервью у министра иностранных дел Виталия Игнатьева. Так что позиция Приднестровья «Мир и мирные переговоры» прозвучала. Жители Приднестровья имеют права на настоящее и будущее, как и жители Молдовы. Мы должны освободить себя от последствий этого нерешенного конфликта. Остается надеяться, что зрители этого канала посыл услышат.